Гропорак. Власти направили в Тавуш спецназ. Власти направили в Тавуш спецназ. Власти направили в Тавуш спецотряды полиции через 10 дней после посещения области премьером Николом Пашиняном, пишет Гропорак. По данным газеты, полицейские проводят в Аскипаре, Баганисе и соседних общинах разъяснительную работу с жителями села, которые дали интервью СМИ. Их призывают больше не делать этого, объясняя, что они не помогают, а вредят делу, вызывая гнев Алиева, поясняет Гропорак. Одним из доказательств этого является то, что жители Тавуша в последние дни более пассивны, чем сразу после посещения Пашиняна. Теперь вытянуть слово из тавушцев стало практически невозможно, отмечает издание. Офис вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева 9 марта назвал приграничные села, передачи которых требуют от Еревана Баку. В числе 8 сел Баку указал 7 населенных пунктов Тавушской области, в том числе Неркин-Васкипар и Верин-Васкипар.